На федеральном уровне отметили опыт специалистов Иркутского центра СПИД. Прибайкалье признали одним из самых эффективных регионов по борьбе с распространением ВИЧ. Об этом стало известно накануне. Напомню, наш регион был в числе антилидеров по заболеваемости, однако в последнее время все изменилось. Положительная динамика в ситуации с ВИЧ в Иркутской области наблюдается последние 4 года. Статистика показывает, что с 2016 по 2020 год в регионе в 2 раза снизилась заболеваемость и смертность от этого недуга. Благодаря этим показателям Прибайкалье стало одним из 8 субъектов страны, чей удачный опыт по борьбе с ВИЧ будут использовать в других регионах. В том числе одно из самых важных достижений иркутских специалистов – это снижение риска передачи ВИЧ от матери к новорожденному ребенку до 1%. Тот процент, который мы имеем, он как раз связан вот с такими женщинами, которые по каким-то причинам нас не слышат, по каким-то религиозным соображениям, по ВИЧ-диссидентским соображениям и так далее, которые, ну, не хотят выполнять эти рекомендации. Мы владеем всеми инструментами для того, чтобы ребенок родился здоровым. Это основная наша цель на сегодняшний день.